Так, сейчас мой стрим надо. За 10 лет пора бы уже, или когда там игра вышла? Я Блазер, да, 13 лет прошло уже. Тут, судя по всему, еще и наш лучший друг тоже расщеплялся на миллион там этих, это, как их там называть, личностей. Пиздец, короче, не заебали уже с этим дерьмом. Пожалуйста, отойдите от двери. Этот там расщепился настолько-то, этот расщепился настолько-то. Этот, блядь, пиздец. Сколько ему сейчас? 25 уже? Класс, четвертая часть, у него будет пубертат, он будет трахать все, что движется. Ну, на то... Начнет с этих двоих. А с Гуфи, да, тогда? Да, о, бой такой. Гарш, Сора! You're in my butthole! Сора, don't! I'm a virgin! Сора, don't do it! I'm a virgin! Блять, я посмотрел. По-любому, да, есть фанатский хентай какой-то такой. Даже это, блин, Жар рисовал хентай картинки по Kingdom Hearts, но их забанили. Пожалуйста, отойдите от двери. Типа несовершеннолетний в кадре. Что же надо делать-то? У тебя-то? Да, в дверь не пускаем, да. Может, надо, не знаю, списки какие-нибудь, куски, блядь. Определить там труп. Труп. Идентификатор X. Да, определил. Приветствую вас, станционный смотритель. Типа, что, а, как ДНК там надо. Ну, нормально, в принципе. Взял с собой руку, ходишь там. Где-то это было? Слушай, в Думе в новом вроде даже было. Ну да, но это еще и в Prey было 2004. А, точно, да. Я просто пытаюсь вспомнить, что-то вот похоже по сеттингу на Doom было, на третий именно. Ну, про Prey. Да. Ну, я понял. Ну, вот он тоже пишет, Doom 2016 и Prey. Один хуй беседка. Ну да, кстати. Ну и получается... Погоди, а Prey не ID ведь делать, собственно, да? Нет, и... А, кстати, знаешь, как они тут растянули еще диалоги? Точнее, катсцены. Они, короче, показывают катсцены с одними персонажами, они говорят там, допустим, типа, нам грядет пиздец. Потом показывают еще других персонажей. Они тоже на эту же тему, только по-другому чуть-чуть рассуждают, потому что нам, блядь, грядет пиздец. И так раз в четыре подряд разные персонажи просто говорят одно и то же, блядь. Угу. Аниме просто начинает уничтожать это дерьмо. Так. А что он там? А, нет, не хочу. Вот это не хочу игру усложнять, я себе не хочу. И так на изи играю, блядь. Включена система противодействия персоналу. У Гуфи есть скилл Lucky Strike, он, наверное, пачку всю в рот засовывает и закуривает. Ай, блядь, тебя там! Это вот как в лифт пытаешься забежать, когда, короче. Бля, кстати, сегодня это из падика выходил, когда там какой-то дед увидел то, что я выхожу, и ты начал со скоростью звука бежать по лестнице, там вот и спотыкаться, просто пиздец, то, чтобы успеть, типа, в падик забежать. Я говорю, да тихо-тихо, спокойно, я дверь-то держу. Он такой, а, ну да. А то он просто такой, там доли секунды, нахуй, чтобы ключами домофон не открывать.
Может, он ключ забыл. А, не, у него ключи как раз в руке, кстати, были. А. Хотя, может быть, это была обманка, и он шел закладку забирать. Либо наоборот, делать ее на старости лет нужно уже зарабатывать. От деда мало кто, на самом деле, мне кажется, будет подозревать. Но на цвет меня... А, ну да, логично. Желтая, красная, там потом, да, это вот Холсбар. Ну, как в первой части же получилось, спрашивали. Закладки с советскими агит-записками. Да. Этот голоса у Микки и у Дональда на самом деле поменялись, как вот другие актеры уже озвучивают. Не так вытягивают. Мы еще тут и в параллельную вселенную как будто попали, как получилось. Встретили, короче, друзей. Ну, я говорил, там главный герой разделял вот себя на две личности. И мы встретили это и друганов вот нашей второй личности. Они говорят, такие, блядь, мы вообще ни в душе не ебем, типа, кто тут чувак это. Мы показываем фотку, они такие, да не, у нас такая же есть, но его там нет, типа, это. То есть параллельная вселенная, где он не существовал. Заебись вообще это, блин. Сейчас Марти Макфлай прилетит еще. Короче, перемудрили они, пиздец, поэтому я очень надеюсь, что они четвертую часть делать не будут. Либо сделают, но исправят все. Каким-то образом. Я, кстати, иногда странно, когда разработчики не пишут, на каком движке они игру делают. Потому что вот я Ultimate Ninja Storm первый, с первого по третий хотел глянуть там, ну, Наруто вот эти, как бы движок. Не написано. Четвертый-то на Unreal вроде четвертом сделал. Вот. А, и вот, господи, Dragon Hearts, блядь. А, Kingdom Hearts тоже это там. Первые части вообще не написано, какие движки. А последняя вот тоже на четвертом Unreal. Забавно это было, когда мне на голову этот крыс из Рататуи запрыгнул. Ты мульт смотрел, кстати, если что? Да, пожалуйста, да. Да, ну просто фишка то, что он там через волосы управлять людьми начинает. Короче, он запрыгнул на меня, это начал управлять моим персонажем через волосы. И Дональд такой, о, сора, тебя, блять, угнали, говорит. Нормально вообще. Ника Белик такой, крыса, запрыгивает на тебя и начинает угонять тебя. It's hijacking. Вышла игра по фазе, у меня вопрос, а зачем? И он, а вышел фильм по Need for Speed, и вопрос, а зачем? Авторизированный доступ к лифту. Пожалуйста, примите меры. Ни анимации, ни физики, ни сюжета. То есть, погоди, это же охуительно, надо играть, значит, и брать срочно, потому что это возвращение тех каловых игр по фильмам. Зачем? Да, в шутку, спиратить лучше, чисто пощупать. Так-то нахуй, это, блин, естественно, я покупаю. Просто я немного скучаю по этим играм, по забавно, фильмам, которые... Забавно, что это от разработчиков, которые нормальные гонки делали какие-то. А, да, даже так.
Отъебись ты от меня, шлюха ебаная. Мне тут еще этот смартфон с Микки Мауса появился. Как же без него в нынешних играх? Везде должен быть какой-то либо КПК, либо смартфончик. Это на самом деле забавно, это когда тут волшебник просто этот из мультфильма «Фантазия». Ну понял, мюзикл вот этот, который. Да, короче, да, где из мульта с Микки Маусом как раз где швабры эти бегали. В общем, он так пафосно звучит и затирает нам про тьму там, и так далее. И тут бац такой, а, 40, тебе вот тут шматья. Еще там подарок от Чипа и Дейла, блядь. Просто чувак реально как будто ушел из какого-то мульта по спину колец, такой он крутенский пафосный, и хуяк, и думал, подарок от Чипа и Дейла. Фродо, для тебя подарок, блядь, от Чипа и Дейла, раздвигай булки. Хомяки, бурундуки забегут к тебе в анал. Сливается история браузера Дисней. Блять, ну и ебальник! Прямо в глаза, знаешь, как Алукард, вот это один прищуренный, другой приоткрытый, тут у чувака. Блять, он точно это пенетрейшн устроит. Бля, почему японцы реально вот сейчас Алукарда вспомнил, так любят вот эту хуйню делать, то что вот перед тобой охуительно невъебенный персонаж, а оказывается потом то, что его в детстве в жопу ебали, блять. Чего? Что Берсерк, что Алукард там это? Ага. Они люди приузнали это самое. Угу. Не аж это, блин, я говорил тебе давным-давно, но ты помнишь, по-любому про Нидзуку даже одноклассник втирал, что его там в жопу трахнули. Ага. Потом оказалось то, что он сбежать смог все-таки. Да, просто чувак, понимаешь, это читал сначала, ну, как там, не помню, называлась манга, молодой Нидзука, в общем, это. Ага. А, он читал ее, а потом он Дадзинь чьё-то случайно открыл, поверь, там рисовка настолько идеально копировала оригинал, что он подумал, что это реально продолжение. И там его реально выебали. Похоже, японских персонажей мотивирует пестом шахт. Ну правильно, шило в жопе, чтобы к приключениям бежать. Вон Наруто тоже в деревне сидел, пока Саски случайно не засосал, и тогда он понял, что вот оно. Мне, кстати, вот в Боруто единственная шутка понравилась вот это, когда, ну, типа, батя-то Наруто весь занятой такой, он там президент, так скажем, постоянно занят. Это и этот сынишка к Саске подходит, говорит, блять, вот никак не могу его внимание получить, что мне делать? Я такой, ну попробуй скибаться из деревни, говорит, на 3 года, мне помогло, он за мной носился. Окей. И не поспоришь. Блять, ёбаная ловушка. Тут эмблемы Микки Мауса не будут набирать первый, сейчас коллекта будет теперь. Жар, кстати, на платину уже задрочил этот Kingdom Hearts, говорит, там она легкая. Ну а что, если на изи даже можно пройти для платины? Там единственная дрочь — это фарм. Угу. Прям как Last of Us 2. Чего, блядь? Почему? Феники? Блядь, опять загорелый Дэвид Боуи втирать мне дичь.
Я про платину. А, в Last of Us 2 то, что платина изично. Блин, это вот вообще пипец, потому что в первой Last of Us платина пиздец задротская. Федик, о чем ты думаешь? Ну погоди, в Last of Us же есть эти лесбухи. А их можно гей называть на английском, значит, педики. Фэггот. Ай, блядь. Да. Вот тебе за плохие слова током ёбнул. Меня гей укусил за руку. Блин, Бивис, если бы это сказал, то Батхит ему начал бы втирать по-любому, что теперь он сам в педика превращаться будет. Как в последнем сезоне, где они типа это хотели в оборотни или вампиров превратить. А, когда они сумерки глянули. Да, да. Попросили, чтобы бомж их покусал, короче, они там все да, да, заразились да. подряд. Я просто из-за Да. Я просто из последнего сезона только эту серию пока и глянул. Она первая. Компьютер говорит... Все, банк-каналы, ну да. ...немедленно отключить все функции солнечного кластера. Инициирована блокировка системы. Иван, давай, накрути мне ботов, слушай, а то что-то. Давай 1500 людей, которые молчать будут, мне вообще без палева. Знаю, чего ты добиваешься, и я не могу тебе этого позволить. Слишком многое поставлено на кон. Посетитель без допуска. Главный сервер. На тебе бота накрутил, который тебе по 10 рублей донатил, вот ты мне еще должен. Докажи сначала. Сказал сначала, у тебя дайсы там какие-то. Сейчас будем на столку хуярить. Показали там то, что по Звездным войнам игра будет в VR. Но что-то она выглядит пиздец пососно. В том плане то, что чувак стоит на месте, как будто в Kinect игру играет какую-то, а не в VR, блин. Вот как-то разрабы... Ну, не знаю, может они думают, что... Точнее, не думают, а то, что VR-ов не особо много продано, поэтому большие игры для него и не выходят, наверное. Посетитель без допуска. Ну да, просто, ну, он дорогущий, блин, пиздец. Про Вейдера в VR я прошел, это полный отстой, фига себе, и он прошел уже даже. Ну, я говорю, Kinect по-любому игра какая-то, как будто, да? Где-то еще одна спрятана. А, вот она. Она на ПК вышла больше года назад. А, охуенно! А зачем они ее сейчас презентовали там где-то тогда? Типа порт на PlayStation позже вышел. Так, где тут эти эмблемы могут быть? А, во! Не напиздел Долан. Тут селфи можно делать. Еее, селфи с Доланом. Там Вейдер Нюня как будто реально Хайден Кристенс. Окей.
Бля, еее, какое клевое селфи. Я бы в реальной жизни хотел бы себе селфи с Доланом, живым, правда. Не Моргана, не... Как бы он сказал, как он там... Как они его... Додик, блин, называется? Как с Волкевичем. Ага. Пиздец, Лена, конечно. Произошел траллинг. Главный сервер. Зачем? А ты еще покусать будешь, ходить без штанов. А это так работает, да? То есть он Гуфи укусил, вот чем в новых мультах без штанов ходит, да? Гуфи бомбардир есть. Атака у меня. Нормально. И Гуфи летит на Перл-Харбор такой. Вот это отсылка к тому мульту, где они в футбол играли. А, кстати, может быть. Ой, нашел Пенга, блин. Ну, Антич за Пенгом пошел, спрашивает Блазер. Так, ну это фотка. Посетитель без допуска. Грац, говорит Блаз. Бластер Блейз. Блин, вот странно то, что игры по призрачному гонщику говёные все какие-то получились. Даже на ГБА, которая более-менее на Костлу была похожа. На Костлу? Ну да, потому что он там как хлыстом этой цепью бьет. А, я думал, на метро 2. А, не-не-не, она вроде линейная, точно не помню, вроде она линейная полностью, там, я чуть-чуть ее запускал просто. Да, ну, в общем, то, что про него можно было бы сделать действительно охуительную игру какую-нибудь, он стильный же. Шаман Кинг забавный. Ну, вот я в как несколько играл на ГБА какие-то. Ну, вот они две там, Метроид 2. Ну да. Я как раз тогда еще был не знаком, на самом деле, с жанром метроидвания вообще, поэтому нихуя не понял, что мне делать. Ну, как я застрял на одном уровне, там, это, типа, ни туда запрыгнуть не могу, ни сюда запрыгнуть не могу. Не знал то, что там нужно искать что-то, видимо, для даблджампа, там, как обычно, и так далее. Такой, ну, нахуй. Может, как-нибудь поиграю, на самом деле, в них хотелось бы. На PS2 еще были какие-то игры по Шаман Кингу, но я не знаю, насколько они хорошие. Посетитель без допуска. Главный сервер. Блин, вот если бы Гуфи говорил, не ты не туда зашел, дружок-пирожок, это бы звучало даже смешно, реально. Гуфи, ты в ремнях такой сидит, блядь, и заклепках этих.
Полтора часа почти уже стримлю, из них, наверное, минут 50 точно, блять, ебучий. Посетитель без допуска. Главный сервер. Блять, то он нет, блядь. Я вижу. А, блин, выпало. Жалко. Понес бы я с собой. Блин, я угадал сразу. Я просто увидел здесь магазин, ну не магазин, а ресторан Бистро назывался. Это и там меню на французском лежало. Говорят, чё, отсылка нахуй к Рататуе там, и он, да, здесь шеф-повар. Посетитель без допуска. Главный сервер. Клёвая отсылка. Да нет, да, здорово очень. Показывает в эту хуйню. Чё, блядь? Это ядро как будто или типа того. Сервер какой-то. Угу. Посетитель без допуска. Главный сервер. Может вокруг какие-нибудь выключатели хуй стоять? Нет, тут был два, я тебе говорю. Угу. Кажется, там надо, чтобы все блоки были зелеными, говорит Блазер. Где, во втором тоже, что ли? Сейчас. А при пенге там становятся синими. Ага. Попробуй. Так, ну, что он говорит мне еще раз? Секретная просто пенг это как секретка, говорит Блазер. Вот так, еще одна башка Микки Мауса. По-любому они одну хуйту сделают. Тут просто, ну, вот говорю, вот эти силуэты Микки Мауса, это я... Они в стенах обычно нарисованы, так скажем, вдавлены. Mm-hmm. Один раз я увидел то, что из тарелок, получается, башка Микки Мауса сфоткал. И по-любому здесь будет что-нибудь, вот из здания или что-нибудь такое, где нужно будет встать под определенным углом, тогда они там соединятся в бошку Микки Мауса. Вот стопудово что-то такое будет. Они любят это дерьмо же с ракурсами. Канал Лобай. За Микки? Угу. Бля, это вообще мог. А я не помню, вроде Микки стал народным достоянием уже в итоге. Там по закону это сколько-то лет должно пройти, и тогда там, типа, сказка или что-нибудь типа того, это становится народным достоянием, а это можно использовать кому угодно. Схемы главного сервера Дисней... крайне уязвимы. Странно, что они на такое вообще пошли. А вот в том-то и дело, что когда Дисней вспомнили про это, вот день там остался до этой хуйни, грубо говоря, они побежали в правительство и пытались заставить их закон применять. Ага, настолько вот они жадные уроды. А так они, ну, пришлось пойти на это. Я не знаю, там, в итоге они там нормы или нет. Ну, решилось как-то все. Ну если Микки народным достоянием рили стало, то заебись. Маленькому шефу нужна наша помощь, говорит. А чё, я не понял. Ингредиенты ему? Что надо сделать? Отключены. Ну да, этот говорит, то, что иди, блять, ищи ингредиенты. Станция полностью переведена на режим ручного управления. А, вон, да, пишет мне. То есть я бегаю, пижу, там, допустим, стоит вот, знаешь, коробка с рисом китайским, там, допустим. Ну, как доставки вот эти квадратные. Я по ней пижу, оттуда лапша или рис вылетает, это ко мне в инвентарь. И я это несу в ресторан, блядь.
Заебись. Мы готовим из подножного, блять, корма. Сам посмотри. Нет, умоляю, не надо больше иголки. Вы должны выпустить меня. Я не могу дышать. Строс, что случилось? Выпустите меня. Он ждет меня. Здесь даже есть это небольшой кинотеатр, где можно постоять и мультик посмотреть черно-белый. Про Микки Мауса и главного героя. Ну, он больше на аниматик похож. То есть, ну, почти анимации нет, все так двигается, дерганы. Но забавно все равно, то, что Гуфи и Дональд там тоже это комментируют. Этот мультфильм, типа, ай, блядь, смотрите, это страшно, вырубай. Так, что там? На что ты хотел, когда шеф-повар, та еще крыса? Ну да. Понял. Глядишь ты их с помощью. А, я их не видел просто еще. А персонажей из финалок пока еще не было. Блин, слушай. В интро не знаю, что эти персонажи вроде опять не финалки. Точнее, ну, то есть не из финалок. Я хуй знает, вроде не было. Упоминались только Леон там, это... То, что они умерли, но все еще тусуют. К ним Микки Маус и Рику эти отправились, потому что у них ключи сломались. Блять, я в мусорном пакете какой-то ингредиент нашел. Ну вообще классная еда получится, я чувствую. Да хуже даже. Еще один ингредиент нужно придет. О, все, собрали. Вижу корзину с фруктами, пижу, из нее вылетает лук, блять, охуенная логика. Ой, то есть, и, короче, мне сейчас тут в заставке говорят, тут, оказывается, мультик показывают, это где-то во дворе в кинотеатре, это, а я уже его посмотрел. О, я еще по QR-коду в игре скачал на свою мобилу какую-то мини-игру на телефон. Окей. Игра по мультику. Блин, если там мультик так не особо нарисован, я боюсь представить, какая игра нахуй. Блять, Скрудж, ебучий селезень. Такой, ух, люди всегда голодные, поэтому они придут и будут жрать мое говно. Как тебе это удается? Держишь всю эту боль внутри и ничего не отражается на твоем лице. Никто никогда не узнает, какую вину ты в себе носишь. Никогда не узнает, какие черные мысли тебя гложут.
Кажется, два зеркала повернуты не в ту сторону. Как он там? Он перестал. Кожаные плащи блестят на весь Unreal Engine, блядь. Не, ну они добротно выглядят, единственное, что не подумайте. Они очень хорошо даже получились у них. Короче, судя по всему, все предыдущие злодеи, которые раньше и против друг друга, так скажем, сражались, теперь объединились, потому что добро охуело. Ну, окей. Хотел сказать, что чувак какую-то хуйню про утюг говорит, но он, естественно, про железо говорит. I wish at twilight. Блять, окей. Теперь я из ключа стрелять могу, охуеть. Нажимаешь такое, типа, хочу покрафтить еду, и загрузка, блядь. Консоль. Да не, это и на, хотя на ПК она не выходила уже вроде. Ага. На Xbox One она точно была. Потому что я своему другану так просто пропиарил эту первые две части, это он такой, а третья на Xbox, там, по этому Xbox Pass, там, как-то так называется, эта хуйня, бесплатно, типа, вообще раздается. Так, чё мы говорим? Угу, понятно. Я сейчас только что в мини-игре резал лук, блять. Надеюсь, Гордон Рамзи, блять, гордится мной. Так, я суп приготовил, порезав лук. Это круто. Ну да, лук и суп. Суп это только лук. Ой, блять, я понял, все, не то сделал. Too fast, блин, fuck you. Too fast, too furious. Блять, да чё я... Ну ладно. Тут просто стиками по очереди вниз нужно в определенный момент нажимать. Ну не нажимать, дергать вниз их, типа. Да, блять. Ай, сак, блин. Еще звук из геймпада идет. А, все, понял. Я просто старался слишком там идеально делать. Это у тебя, что ли, этот звук чавкающий? Да. Ты думал, у меня какая-то хуйня тут летает. Так. Какая-то хуйня. Вспомнилась картинка, где к лысому чуваку добавили текст Fat and Curious. Это к Логвинову, что ли? А, так, понял. Так,
Да, бля, блядь! Похоже, тебе придется прогуляться до внешних тарелок. Ту матч. Блин, а кто ж знал, что это будет? Давай еще раз. Блин, баба мне сказала, откуда чего я так дать. Как же направить. Не понравилось. Еда. Сука. Фотки толстого мужика, я похож на Вина Дизеля. Нужно валить отсюда, блять, срочно. Я жрать захочу сейчас. Так, Элли, одно готово. Как там у вас дела? Пытаемся открыть кожух. Стросс, мне не помешает твоя помощь. Он убьет меня. Я слишком слаб. Ничто тебя не убьет, я обещаю. Просто подойди и помоги мне. Не пойму, кажется, дверь что-то закрывает. Господи, да их тут сотни, тысячи. Они разбегаются. Элли, убирайся оттуда. Боже мой, они лезут сюда. Беги, Стас, беги. Элли, ответь. А могу? А, не могу еще. В основном ингредиентов нет. Все, уходим. Слава богу, ингредиенты кончились. Бабы, вот от тебя не отстает, я смотрю. А он там ждал, но будет. Так, разрежут. Беги к терминалу, встретимся там. В 15-й финалке не стоит смотреть на рисунки пищи, там очень детализированно сделаны блюда. Да ты видел, что Антич со мной сделал однажды, когда, блядь, Resident Evil играл? Там не то, что, сука, нарисован, там, блядь, анимация охуительная у этого стейка была, они вот прям... Ага. Блять, ну это пиздец жестоко было с твоей стороны. Смотри, Борн, блять, сцена после титров. Окей, блять. Тебе понравится, да, да, блять. Чё там, кто там говорит, что я пиздец хочу мороженое, щать, я, блядь, сижу собственного мороженого. Надо рвать когти к правительственному сектору, пока нас от него не отрезали. Тебе не успеть. Я успею. Так, ладно, чувствую, тут еще нафармлюсь. Return to World Map. Ну, наверное, сейчас бы возраст. Так, ну ладно, тогда на перекурчик, пожалуй, сгоняю. Сколько уже? 2 часа почти, да? Сейчас подойду. Садочки твою мать.
стычка-то понужнее будет. Элли, вы где? Мы снаружи! Скорее! Вон, тут как раз магазин. Так, силовой рюкзак. Слышу, что меня там ничего хорошего не ждет. Айзек, сюда! Нам в ту сторону! Бежим к фабрике! Элли, ты сумеешь открыть дверь? Ты рехнулся? Я оттуда едва ноги унесла! Камбек. Элли, мне очень жаль. Я прошла по кругу. И вернулась на то же самое проклятое место. Мы выберемся, обещаю. Давай подумаем, где встретиться. Там 4 минуты назад Блазер у тебя в чате писал, и главное, ноги не сломал. Ну, он прям в последний момент, понимаешь, реактивные сапоги сработали. Смягчил, так сказать, падение. Ага.
Все, тянка, которую мы постоянно спасали в первых двух частях, теперь такая, я тоже пошла тренироваться, чтобы у меня тоже был ключ, чтобы я тебя не ждала. Теперь я сильная, независимая женщина, блин. Ага. Всем командам. Это Калок, ксенолог из первой смены Ланфорд. На нас что-то напало. Мы потеряли троих из нашей команды и не можем связаться с четвертой сменой. Вот и транспорт. Всем глядеть в оба. Тут тоже могут быть эти твари. Мы бросаем вахту, направляемся обратно наверх. Всем остальным приказываем делать то же самое. Угу. А еще она говорит то, что он тренируется с каким-то другим куном. Ну все, ща ревность у Соры пойдет, блять, во все щели. А Сора в ответ как-то когда-нибудь ебала, блять, утку. Собачку. Собаку и утку. А, мне показал будку собачью. Будку? Будка, как в Петьке Василия Ивановича второго, это около больницы, там, где это, пластические операции делают. Будку Фида. Фида это из Леди и Бродяги, я не помню. Так, то есть красноволосый этот выжил все-таки каким-то раком. Мистер Секси Край. Сидит, пишет письмо, короче, мне чувак подходит, такой, чё ты пишешь, такое письмо, ну, скорее всего, не Сори, а мне самой, это я его отправлять теперь не собираюсь. Да Мерлин может достать, он когда пошел нахуй. Ты откуда мороженое достал? Он реально за спины его достал, пока... Блять, сука. Даже убрал макияж. Кстати, да, он свои слезки эти фиолетовые убрал с лица. Блять, он кадрит ее, смотри, он мороженкой угощает. И палит, как она его сосет. Блин, ты че делаешь, парень? Я, ей нет 18, хотя в Японии с 14 можно. Да вон палит. Да тут Лоли сидит и мороженку сосет. А, Лоли. Угу. Ты себя зачем убрал? А, ой, да, блин. Сейчас вернем. Не палиться. Да. Как я дрочу на улице, слушай. Да я эту камеру вырубал, потому что этого я же трансляцию еще в этот веду. В Дискорд, а там нельзя заглушку поставить. Там только один экран захватывает. Ты ревешь. Ой, ну все, парень слезы при бабе начал пускать. Все, блять, это точно такой, ах, я бедный несчастный, отдайся мне здесь, фу, на этом, блядь, камне. Не настоящий мужик. Ты меня слышишь? Это Калыш из первой смены. Парни, вам лучше двигать прямо за нами. Мы тут уже немало накрошили этих тварей. Калыш, уходим! Прекратить, блядь. Блять, ну и какое условие, чтобы... Пошли. Зови меня Аксель, блять. Окей. А то нового Ли почему-то зовется. Я вообще думал то, что это... Вам Ахмед Фолли, да. Да, я вообще думал то, что это Лайн Харт, это очередной раз имя, блин, поменял. Через трещины просачиваются воспоминания. Он еще и мороженку в траву бросил, козлина. Я буду ждать тебя. Переводит продукт. Вообще, блин, козел. И бабу главного героя кадрит, судя по всему, блядь, и мороженым разбрасывается. На обложке девушка лежит мороженое.
Куровский, блядь. Это Авоген? Что ж? Ну, это Тата Репорт, блядь. Да-да-да-да-да, я сразу понял. Мороженое. Так себе не пускает. Хорошо, говорит, сломана дверь. А, пиздец, блядь. Ломай стекло. Шаги. Он хочет, чтобы я следовал шагам. Да не, шаг. По-любому пуль непробиваемое говно. Мы застряли, это пуля непробиваемое стекло. Бля, вот сделали бы они броню из этого стекла тебе. Ну да. Вообще хуй бы кто тебя укусил. Это я помню, как один чувак у нас в институте, это когда, ну, мы моделирование делали, там был выбор либо самолет делать, либо эту машину. И один чувак учителя спросил, ты говорит, это а черный ящик же типа самая там непробиваемая хуйня в самолете. Он такой, ну да, он такой, а хули они ведь самолет из нее, говорит, не сделали. Такой, ты умник, а ну пошел нахуй. Ты долбоёб. Да-да. Я Делориан тогда в 3D. Наверняка какая-то дорогостоящая. Как человек, почему все не взломал делать? А, ну да. Сегодня Полинка скинула древний анекдот, но он забавный. И граф приходит домой, начинает трясти свою жену и кричит: «Где водка, блять?» Она такая: «Графиня!» Пьяна, понял граф. Прям на уровне Штирлица. Это как про сосиску в тесте, да, мы? А чё там? Ну, сосиска в тесте. Да. А, всё, блядь. Блядь. Сука, вот сейчас насчёт кринжа я вспомнил то, что есть два фильма. Короче, я ненавижу клише, когда, знаешь, в начале фильма или сериала там вот бежит какой-нибудь чувак, допустим, паузится кадром, говорит: «Это я. Вас, наверное, интересует, как я попал в эту, блядь, ситуацию». Не люблю это дерьмо, но два есть, вот, точнее, один фильм и один мультфильм, которые этим грешат, но я им это прощаю из-за того, что сами фильмы мульт охуенные. Первый — это мультфильм «Рататуй», он, сука, с этого начинается. А фильм — это «Волк с Уолл-стрит», блядь, он начинается с этого, сука. Такой: «Это я». Там карлик летящий такой: «Да не-не, вот он я там». Так, обманочки. Интересно, а чё это за спец такой? Если Блазер тут, то скажи, чё он даёт вообще. Да, он тут сейчас подскажет по-любому. И он говорит, что Человек-паук с этого начинается. Бля, погоди, какой Человек-паук с этого, блядь, начинается? Это я. Ты чё-то... Сэма Рэйми. Да, о, когда прокачиваешь рюкзак, там какой-то спец, короче, есть, он что дает. Тебе придется найти способ как-то открыть люк. Когда прокачиваешь, тебе что? Ну да, дается. Там урон, это... Ну вот, я ее прокачал, там одна единственная ячейка спец была, но там не написано, что она дает. Так, на скидку не скажу даже. Просто из особых оружий знаешь, что там есть дополнительные костюмы и оружие, которые идут уже с усилителями.
типа DLC-шные, они бесплатные. А так... Прям даже не могу сказать, извини. Нет тебе прощения, блядь. В угол, а завтра с родителями в школу. Ворон, ты так стримы начинаешь с этой фразы. Это я, да? Заебись. Наверное, вам нихуя не интересно, как я оказался на своем стриме. Ну да. Привет, Жар. Жара, я вот в Ratchet & Clank почти не играл, поэтому у меня вопрос, там вот, получается, в этом Kingdom Hearts так же сделано управление, что ли, как? Блин, короче, как в Ratchet & Clank, здесь вот. Погоди, что-то не... Родители хотя бы сейчас порадуются, что начал ходить в учебное заведение. Ох, ёпта. Класс, вот ты где. Вижу, твоя подруга выключила конвейер. Передай ей спасибо за то, что выдала твое местоположение. Блин, а этот Человек-паук с Самарими реально так это... Вот этот неудачник, бегущий за автобусом, это я. Там. Кто я такой, он еще там, это да. Вы действительно хотите узнать? Моя история, бла-бла-бла, отличается от пидораса. Лысая гнида, блин. Так, причем если это мясорубка? Сразу не стоит. А вот. Что, не между ними лететь? Ну, попробуй. О, привет. Висит тентакль. На вас тентакль торчит. Блин, пиздец, фрустрация, конечно. Я не понимаю, что это странно. Так, еще одна, да, мечта. Ай, блядь, ваншотнул. Ладно. А, ее застарить тоже точно. Все время забываю про это ставить. Чтобы не хватало. Чтобы не хватало, что ли? В смысле, чтобы... Ну, стазис просто ее захерачить. Ну, а, замедлили, всё, вижу, да. Я просто, у меня тут... скролл-шутер был. Да, в истории игрушек еще попаду.
как так-то? Ладно. Да уж. Там пила какая-то началась. I wanna play a game. Блять. На трех колесах вельки, когда уехал в ебаную судьбу. Слышь, как он ебнул. Просто огромный мужик на трех колесах. Ты пиздец. Придурок, руль отлетел, да? Так, ебать, это что за Нью-Йорк? А, все, узнал. Это. Не, погоди, что за Нью-Йорк, реально? Блядь, бегущий по лезвию, даже какой-то баба фиолетовая, голографическая какая-то. Так себя чувствует мясо в мясорубке. Она пытается увернуться от лопастей этих всех. Ага. Блять, такое ощущение, что мне трейлер новой Final Fantasy сейчас показывают. И такой пафос лютый. Хипстеры фэнтези X2X1XX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 
Блять, ну это реально какой-то Final Fantasy, а только какое пытаюсь понять. Верум Рекс, это кто такой, блин? Это реально трейлер какой-то, Play Plus, блин, чё, реально? Ты должна следовать шагам. Чё? Заткнись и помоги мне. Мне только что после загрузки показали какой-то ебучий трейлер, блять. А, ну это внутриигровой какой-то трейлер, окей. Блять, что это? Типа в истории игрушек они смотрели телек, а там реклама какой-то аниме игры. Или дополнение для 15-й. Вот история игрушек, они пиздец охуительно сделали, прям как мультфильм реально. God of Randomy! Началось! Музыка это, блин, надеюсь, Рэнди Ньюман петь будет. Детализация прям как в 95-м. Да не, лучше, ты чё, лучше, чем во втором даже это. Да, первое в 95-м вышло это, но нет, там они хуже выглядели, чувак. Сора такой, нет, нас скукожило! Но он играет, говорит, нас это, типа, уменьшили. Ебать, крутая трешка.
Бля, не, отвечаю, Блазер здесь намного лучше все сделано, чем в мульте 95-го года. Ты когда пересмотришь, поймешь, насколько там все ущербно на самом деле. Да, похоже, стоит присмотреть для сравнения. Но тем более то, что он там не длинный же. Это двое чего, блядь, игрушечное, и не так, как будто с плюшевого конвейера вышли. Блин, ну, кстати, да, могли бы сделать плюшевого Долана. И Губи. Они не игрушечные, а коллекционные. К двери! Живи! Держитесь, я уже близко! Давай, трос! Ну да, говорит то, что наши фигурки самые продаваемые сейчас в стране, это в мире истории игрушек. Да, страна, да ну а в США получается, где они там в мире это истории игрушек. Вроде США же. Ой. Привет, пацаны. Сзади так и. Мечи по из-за жопенька. Раз уходят. Интересно, тут брат Тома Хэнкса озвучивал Вуди или все-таки Том Хэнкс сам приперся? Что у тебя все руки и ноги на месте? Вы в порядке? Типа того. Всего 4 шага. Но не благодаря этому Шизику. 4. Шаг 4. Она будет ждать. Строс, ты как? Держишься? Ему становится хуже. Что такое шаг 4? Кто будет ждать? После винтов. После иглы. Она будет ждать. Он совсем плох. Надо двигаться дальше. Выше есть грузовой транспорт. Использует те же пути, что и пассажирский. Шаг На 4. Нем доберемся до правительственного сектора. Но сначала надо вывести его из депо. Она сможет. Сделай. Спрашивай. Оставайся это... тут и после попробуй винтов. Поднять после его на ноги. После иглы. Она будет ждать. Блин, проработать модельки до той степени, то что у них даже вот эти вот дырки есть для, ну, где винты закручиваются, пиздец, классно. Морган вроде приходил сегодня на мой стрим, но пропал куда-то. Сейчас проверю на сейчас. А, не, не было его. Уже больше половины игры прошел. Вот тебя. Thank you.
кто из Like Us, это не калька на магазин, там вот точнее сеть даже целая, там компания Toys R Us, которые обанкротились. У меня было все, о чем я мечтала. Toys R Us! Ребята, попробовал пересмотреть некоторые ролики, которые делал Майк Матей, но это пидорасина Пётр. Блять, в таком пиздец тупой, вот реально. Сидел, блин, выёбывался на фильмы про Элма, блять, который для трёхлетних просто сделал. Пиздец, причём на серьёзных щах просто. Ты это, блин, там. Да вы ебанутый, блин, реально, как он на Майнкрафт там обзор делал с нарисованным им инспектором гаджетом, блять. Он все говорил не Майнкрафт, это, а Майнкрэп, блин, сука. Майнкрафт. Да. Я люблю строить дома из браунбрикс. Коричневых кирпичей, типа, блять, сука, какое же говно. Как все супер интернет-обзорщики, если замахиваются на что-то поумнее, сразу лажают. Да, блин, жар, понимаешь, а он здесь просто взял и себя унизил, насколько он тупой, блять. Это вот как ты мне показывал тогда оптимистр, это кажется, или как так, оптимайстер, да, этот есть. Короче, как он на короля льва, блять, выебывался, то, что он там какой-то диктатор ебучий, пиздец, нахуй. Реально, вот настолько вот жизни у чувака нет, реально, как бы, что он решил доебаться до ебаного нарисованного льва, блядь. Он просто реально так на него бомбил, как будто он, сука, это не знаю, в реальной жизни там это устраивал эту диктатуру. А тут сейчас играет песня Киномана, твой лучший друг. Киноман is the friend of mine. You got a good friend in me. You got my foot in your anus. Балалугош is dead. Балалугош, блядь. I'm the Dracula. Бла-бла-бла! Сука, как я... У меня почему-то было какое-то время, что я сидел, типа, когда что-то хуёво призывал. БА! Так делал. И за это сидел же. БЛА! I'm the Dracula. Просто АВГН, когда высмеивает, он хотя бы высмеивает по делу, там, это косяки какие-то, а этот просто доебывается, блин, для детской хуйни. Почему все себя ведут такие, типа, блядь, мы гнилы? Блядь, сука, потому что это улица Сезам, ты ебанутый. Просто пиздец, нахуй. А еще историю эту, блин, нашел вот это, что, в общем, у него были фотографии, где он там PS4 в руках держит, и у него шорты так сложил, как будто у него хуй там, как у негрила, короче. Его все заебывали, типа, у тебя реально огромный член, он говорил, да, 10 там дюймов, что-то такое, отвечался. От пола, да, блин. Да, и типа в обхват 7 дюймов еще. Потом ему сказали, да ладно, что ты пиздишь, замери, типа, линейка это, и он... так скажем, оптическую иллюзию сделал. Знаешь, когда линейка ближе к к линзе фотоаппарата. Я думал, как Невский, блядь, что у него хуй стену выгибал. Блядь, был бы вообще пиздец. Мой хер настолько оверпаверный, что гнет пространство, блядь. О, вот, короче, он реально это на Reddit, кажется, выкладывал фотку своего хера, короче. И линейку вот так это ближе к камере подставлял. Но люди быстро раскусили его. Ой, блядь. Оптическую линию. Ой, блин, нихуя там у тебя. Ёбаный, ну чё, мне кажется, ты правильно решил убегать оттуда. Я ненавижу этих уродов. Я с ними больше жизни потрачу. Вот, короче, его просто потом долго это заебывали и всю студию, это, так скажем, синемасса, короче, Джеймс Роль, по то, что Майк Матей хуи скидывает там, и так далее. При этом его-то просто троллили, блядь. Блядь, вот как можно быть таким реально долбоёбом? Мне просто в голове реально не укладывается. Ой, блядь, я зря.
Просто выкатился, блядь, с криком пидорасина Петр, блядь. Что от него еще можно было ждать? Блин, кстати, во, еще вспомнил, он же рисует титульные картинки все эти АВГНу. Бля, у него свой комикс есть, там про какого-то мексиканца, который дикий расист, короче, блядь. Это, и он там в каком-то комиксе говорит такой что-то типа, а, я еще типа не стебался на негр, над неграми, там это, над ниги, наверное, именно там так и написано. Делает березка, это, кажется, называется, там это упражнение, это, грубо говоря, раздвигает ноги и срет себе на лицо, блядь. И потом Майк там написал такой, вот, просто, мол, никто, ни у кого нет достаточно крутых яиц у издательств, чтобы издавать мои комиксы, блядь. Я так, сука, может, потому что они пиздецкие расистские, это и ебанутые. Это в расизм ради расизма тупо сделан, бля, как трава. Да, даже Гитлер смог издать свою книгу. Ну да. Антич, зачем ты разбил стекло? Там же написано не разбивать. Потому что я ломал стекло. Да, это и он спрашивает, если что. Разбивать только в принципе истерички какой-нибудь. Шоколад достал. Да-да. В случае попытки убийства разбейте стекло. Лох, Джонни Райана издавали и на Николодиан работать приглашали, а он тот еще мудак и расист, обожаю. Ну просто понимаешь, это вот показатель, значит, получается, то, что тот делал расистские штуки, это, но при этом они типа были смешные, а этот расизм тупо ради расизма. О, нашел Микки Мауса еще. Ну точнее, его ебальник. Силуэт. You got the friend in me. Блин, у него голос Рэнди Ньюмана смешной, пиздец, просто. И у него каждая песня на одинаково всегда звучит. Я вот просто не назову ни одного мультфильма, это, в котором еще Рэнди Ньюман писал музыку и песни, из того, что они у меня все перемешались в голове, и я всегда думал, то, что это все, блядь, из игры истории игрушек. Потом пойдем играть, мы с тобой друзья. В итоге вроде как этот Майк Матей тупо сидит и рисует какие-то комиксы, комиксы по легенде Зельды. Блин, господи, что не с произношением сегодня? Блин, сука. Look at shoes. My shoes are the Andy. У них у всех на ботинках же в истории игрушек написано Энди там на ботинках. Вот если Энди стал бы ебучим Человеком-пауком, он бы вот сразу бы спалился, что это он, потому что он из тех же долбоебов, который подписал бы свою камеру своим именем. И оставил бы ее злодея, а тот такой, опаньки. Время навестить его тету Мэй. Тот. Блять, да что такое, да? Тоту Мэй, вон. Тоту Мэй. Мой сосед Тота Мэй, блядь. Это Октавиус вернулся к немецким корням, блядь. Да пиздец! А, блядь, сука. Тота Мэй и Дуда Бен, блядь. Дуда Бен Дуду, блядь, сыграл. Да, дивец, ничего страшного. Это всем, блядь, Морган ебаный. И Silent Hill у него там анонсирует, блядь. Бля, так хочу эту машину угнать. Блазер, кстати, вот просто понимаешь то, что они в этой игре, если вот сравнивать эту игру и первую историю игрушек,
что даже окружение в первой истории игрушек в мульте выглядит как будто это вот маленькая локация, в общем, это из какой-то игры, и там дальше скайбоксы тупо идут. То есть маленькие такие камерные, это вот уровни, это как в Гарри Поттере вот в первом на PS1. А здесь вот прям открытое пиздец пространство. То есть даже такое сравнение можно сделать. Рост у меня вышел. Да, поэтому не могу угнать. Да понятно, что изначально сравнивать эту игру 2019-го фильма «Свет», та еще глупость. Да нет, на самом деле не особо, потому что сейчас есть некоторые, не то что игры, мультфильмы. Вот, все тут написано. При попадании поджигает мишень. А, все, а где это? А, вот, появилось, вижу, да. Над уроном. Короче, да есть мультфильмы же, вспомни «Дети против волшебников», если ее сравнивать нахуй с этой. С первой историей игрушек, история игрушек пиздец как выигрывает. Как будто она вот реально next-gen, блин, по сравнению с этими, блядь, «Дети против волшебников». Все, вас русских, блять, никак у людей. Мы-то своих ебем, блин. Свинцовыми пирогами. Вот тут на машине вандализм от Микки Мауса, он своим ебальником. Вот другие люди жопу отпечатают, Микки Маус еблец свой отпечатывает. А вот про что, Антич. Да. Тогда он тебя про это спрашивал. А ты тогда просто не заметил, да, это что? Ну, бывает. Там строчка. Ну, да, да, да. У меня тоже такая хуйня в какой-то игре была, пол игры прошел, нихуя не читаю, что ли. А потом такой, вот оно что. Магазин бы мне не помешал, из первой части прям вот не аркадные, здесь автоматы. Ну почти нет, магазин, просто здесь автоматы аркадные стоят из первой части, прям история игрушек видно. Блять, да это баба заебала уже. Давай ты бросишь ее. Да она меня не хочет, да. Такая, я с тобой, я тебе не дам, но и с другими встречаться не дам! Такая исчезла. Как напивается, так звонит. Мне всегда было все получилось. Странно то, что у Энди свинья копилка это игрушка. Хотя в Советском Союзе и такое было, уверен. Он просто в щель любил пихать. Фу, блядь. Так вот что у него как весло. Как черепахи. Не может быть. Это же Ишимура. Ага. Першинка какая-то, сука, началась. Какого хера, блин? Мне иногда бывает, как курить начинаешь, как кота, блядь, прям сразу как хера. И кота, да, у меня тоже бывает. Атака террористов? Никакая. Причем, когда затягиваешься. Ага. Там все. На блин, что такое? Там было то же самое, что происходит здесь сейчас. И я видел все это. Я был там когда. Так, со времен карт, где все больше для КС или халпы, есть тут кое-что. Уникальное ощущение видеть все большим, будучи маленьким. А! Ну да, там были эти. Карты в КС точно. Reds как-то назывались, кажется. Угу, мелкие. Да, они клевые. Там раковины эти огромные. Ого, у нас тут битва мехов сейчас начинается. Я в робота залез игрушечного.
Бля, вот это клево. Причем от первого лица это все происходит еще. Судя по звукам, сейчас что-то здоровенное вылезет. Ясь! Огромный вылезет. Космический. Ой, нет, геймпад разряжается. Да, не очень огромная по сравнению с обычными игрушками, да. Ох, блять, вот это подло было, пидорас, ёбаный. Он убежал? Ну да, они убьют и убегают сразу. Он осалил тебя просто это. Салки. Сейчас я ему все фарки кину, блядь. Не, ну как, блядь. От твоей бывшей. У меня была девушка, и она ушла к другому. В итоге остался с носом, а он без. Записывайте тему сифилис и его последствия. Наверное, таких гигантов хотел бы любой мальчик до 12. Да блин, я бы и сейчас не отказался от такого гигантского робота. Который мне по колено, наверное, был бы. Даже выше, наверное. Гигант по колено. Угу. Оставляю это сообщение для тех, кто еще жив. Наша команда преследует нас. Ну, по сравнению с обычными фигурками, там, естественно. Гигант по колено звучит. Блять, да, это да, название да. Порнофильма, да? Я и говорю. Любой мальчик хотел гигант по колено, блядь. Как у Майка Матея, блядь. Я бы его фоткал, блядь, с линейкой тогда, отправлял бы всем. Блин, смотри, у Базы Лайтьера даже на жопе это видно, как написано Pixar, короче. Окей, удачи. Он там тебе про подарок какой-то нес. Братишка, покушать принес. Ага, лавы какой-то, блядь. Блин, кстати, есть какая-то мойка машины очень клевая, где пена подсвечивается оранжевым каким-то светом, судя по всему, либо она сама оранжевая. В общем, на лаву пипец похоже. Просто выглядит клево, реально. О, еще помню, как это, кстати, в Лондоне, это у меня там это, с однокурсником меня подвозил на тачке просто до дома моего, там пару миль нужно было пройти по-нашему, ну 3,5 км где-то я пешком ходил. Вот, короче, это он мне решил подвезти до дома, это проезжаем, я смотрю, это там автомойка стоит, это и, короче, два въезда, и над одним написано 25 это фунтов, а на другой 200 фунтов, я такой, бля... Нихуя себе, что они с твоей машиной делают там это за 200 фунтов. Говорит, а, это я знаю, это заправка одного из моих друзей, короче, говорит. Говорит, и мол, за 25 фунтов тебе просто, ну, ополоснут, промоют машину, как обычно, это снаружи. А за 200 фунтов тебе, ты будешь сидеть внутри, и тебя бабы в бикини, это, короче, будут мыть твою тачку. Нормально вообще. Ну, да. Угу.
Причем мне это было удивительно, то что Лондон вполне себе холодное место, но там закрытое помещение, так что норм. Там эти, знаешь, вот эти обогреватели, как пушки воздушные такие вот эти. Угу. Воздух, короче, горячий, да, хуярит. То есть машина заезжает, и туда сначала это впускает мега мощные струи этого жаркого воздуха, чтобы тёлкам было нормально там. Интересно, какие игрушки тут продаются. Мы сейчас будем все, чувак, осматривать, если нам дадут, сука, в эту ролики заебать. Слава богу, вершение это ебучее прошло. Ну, там Hot Wheels какой-то. Ура, бегать! Так, смотреть, что тут у нас есть. Может быть, отсылки на другие мульты какие-нибудь найдем. Говорящий попуг. Медвежий дом. Че, блядь? Бэрхаун. Да нет. Своё, че. Там просто кукольный домик розовый какой-то. Так. Арми Файтер. О, тут Building Bricks, прям лего это, тут набор это пожарная лодка и это полицейская моторная лодка. Всего за 20 баксов. О, Russian Greco, тебе щай, я все полки осматривать будешь ты. Блять, нет. Не надо такого говорить, я не Russian Greco. Full House Zoo, блин, что это? Густав называется робот. Блять, умер все-таки. Александр. Ебанутое место. Ну, я уверен, ты справишься. Куда деваться, да? Ну да. Мека смеш. Beasts and Bugs. Твари и жуки. Перевод Fox Kids. А галактическая распродажа. О, а ну-ка пойдем посмотрим, что у них тут за жратва продается, кстати. Galaxy Toys, чё? А, тут журнал типа с сценами. Погоди, чё это? Понятно. Платье для Барби. Для тех, кто еще жив. Гада Крэмби, блин, сука, простите. Она просто играет. Это же самое, как у меня было с ебучей русалочкой, это Андро Де Си. Я слышу, как они идут. Там странная изолента. Окей. Они в игрушках продавали, да? Опа, могу садиться в этого меха в любое время, значит. Расхуярим магазин. Так, как там? Вот. Вылезти. Не хочу в роботе ходить. Окей, там странное формирование из трех изолент. Погоди. А! Я что-то проебал. Я понял, о чем ты. А, вон, вижу, да. Нихуя себе. Вот тварь, а. О, могу по кассе уебать. И 11 денег из нее получить. Да, блин. Просто развернуться хочу. Да, блядь! Да, вот. Где все продавцы? Но видишь, там... Этот, господи, Вуди уже сказал то, что в какой-то момент... Оставилось только пара игрушек всего лишь, и куда-то все съебались.
кто-то их похитил. Да, кстати, на пультах управления всякие динозавры. Куча ебучий мельструм. Жулия. Юлия, Юлия. Лая, Юлия. Наступилка, мы не все съебались на заводы. Ну, кстати, вполне себе. Коронавирус их забрал. Нет, не надо-то. Так, ладно, что нам наверх туда надо лезть, да? Чё за... Я даже могу вывески это всякие толкать по физону, и они исчезают почему-то. А хули она расхватилась? Блять, да что это такое? Как это, блять, произошло, ёбаный? Голове, блять, жар, вот прикинь, ты сидишь дома, выглядываешь в окно, а то вот так вот Гуфи такой смотрит на тебя снизу. Хэллоуин. Ну, поскольку, кстати, жизнь с Луи — это пиздец на 100% географический мультфильм. А, Луи ебанутый, он говорил с коровой, которая на дереве застряла. Так он говорил, то ладно, то что она отвечала. Да. Не, мы... Ого, меня на Купимане разбанили, говорит, то ладно. Я же не говорил, посмотрите за доллар на агрофоба, блядь. Блядь, пиздец, блядь. То есть хочу вот сюда на двушку. Двушку в табло. Оставляю это сообщение для тех, кто еще жив. Наша команда преследует нас. Наша мертвая команда. В живых остались только я и Элли. Боюсь, мы не выберемся. Нет, Калеб, вставай, я остался. Сейчас сделаем так, чтобы обратно забанили. Ты про ходьбу напишешь что-то. А чё тебе он нравится быть забаненным в Купимане? Сейчас напишет гаечка, о, говно. У него слишком просто... Ты вот изъемни, чтобы изъемнуться и не забанили в то же время. А вот это вот, кстати, да, это интереснее уже. Сложно отпадать. Забанили ни за что. Ну да, ну да. По-любому, на самом деле, какую-то говнину написал. Я просто много раз писал, Купимания не пройдет. Да это можно было бы даже просто за спам. Ну да. Да, оскорбление не обязательно. Угу. Блять, упал. Ну ладно. Хорошо, тут фоллин дамага нет. Колин. Так, это мы вот здесь были.
Просто после каждого изъеба добавляет со всем уважением к ветеранам. Что, блядь? Я увидел диван и Гуфи, такой говорит, может мы здесь найдем какие-нибудь ингредиенты? Ну да, я примерно так дошек собираю всю. Клавиатуру потрясу, в диване поищу, блин. Вот опять, что меня, блин? Подрывает. Подрывает твой авторитет. Пердак, блин. Вершине свалили нахуй опять. Забавно, я когда гели выпускаю, то, в общем, здесь огромная, ну, тележка это для воздушных шариков, и там баллон с гелем. Я когда его пижу, у моего персонажа голос пичится начинает на время. Неужто ли поехавший и Додик сегодня не придут? А, ну да, логично. Каждый раз делает глоток, когда видит эмблему винды. То есть мини-пуск он двигает, так и все. Бухаем с Биллом Гейтсом, да. Да-да-да-да. Блять, сука. Ааа.
кольце блокирует транспортный люк. Оно обвилось вокруг огромной цистерны. Огромная цистерна? Я тут из каких-то, блин, как это называется? Хуйня это. Блин, забыл. Десерт такой-то. Блять, сука. Как он называется, блять? Как это, блядь? Канапе, что ли? Не, какой канапе, нахуй, блядь? Канапе это вообще, это, блин, наш паш какой-то, всякая хуйня. Крем-брюле, что ли, это хуй знает. Короче, здесь всякие чуваки, монстрики сладости, я ездил в чашки и собирал их себе на голову, там нужно было башню строить. Да не, не трюфели, жар, это жидкая, так, полужидкая такая шняга на самом деле. Смотрю, как тирамису. Не, не тирамису, это тирамису, оно по-другому. Оно просто в виде куличика такого, знаешь, но оно полужидкое такое, как будто. Блять, забыл, как называется. Лазур. Да не, вот нет. Сейчас попробую найти. Мне бесит, я хочу вспомнить, как оно называется. Десерт магния. Вот, так, ну-ка, вот как это? Но нет, другой. Блин. Вот. Ну хуя вот, блин, я вот сижу и гублю, пытаюсь найти. Ой, я знаю, как это еще. Блин, я Фалинка по-любому знаю, чем на скрине эту хуйню из спины. Так ты слухаешка в город и отстань. Ребят, смотрите, сейчас скину вам чат. Да, я тоже дискорд кота с бутылкой этого закинул. Смотри, какая страшная картина. Посраться. Жестко вообще. Такое ощущение, что все-таки крем-брюле. Нет, это не крем-брюле. Крем-брюле, у него сверху еще эта корочка такая же пиздецовая. А, но... этот что ли? Меренга. Ну вот я вот пытаюсь на М тоже вспомнить, как называется. Бисквит. Как будто на. Не бисквит. Бисквит? Не, не бисквит, по-моему. Она... Ну да, ну короче, бля, не знаю. Тебе сейчас я же не Безе, скину, безе, даже. Наверное, нет? Безе? Да. Не, оно, не, оно как желешка такой все равно выглядит, знаешь. Ну вот как желе обычно в мультиках рисуют, это вот этой формы, только представь, что оно по текстуре, это как вот крем-брюле реально какое-то, как будто. Ну, тяжело представить. Ну да. Крем и желе, это вроде разные штуки. Ну да, ну просто, не, крем-брюле, ну да, кстати, крем-брюле, он же на той крем, блядь, ну, короче, он желе реально похож такой. Знаешь, который еще ложкой так разрезаешь, из него вытекать все вот начинает, вот это из центра как будто. А, ну я не знаю даже, есть ли это хуйни название такое. Хуйня, которая... Я помню, концерты такие были. Ну, типа того, да. Блин, меня теперь бесит, я хочу вспомнить, как оно называется. Ванильный десерт, блядь, какой-нибудь. Так, я, кажется, нашел его. Сейчас. Как ты называешься, тварь? Рецепты крема для десертов. Круто! Как сам десерт, блядь, называется? Я вот реально нашел его. Просто крем-карамель называть, серьезно.
Я вообще странно, мне казалось, что это хуйни должно быть только нормальное название. Ладно, похер, может, Полинка, если что, вспомнит, скажет, но пока крем-карамель эту хуйню называем. Было бы прикольно, если Майкл Джексон эту песню бы исполнил. А чё, Антич просто его не убьет? Ну зачем они респятся постоянно? Проще закидать все бомбы, не поворачивать. Я сначала подумал, что он про меня, типа, он заебал уже сидеть без того, что играть, блядь, сидит да, там. Тоби вон, Тоби чё? Я так... Крем-брюле. Да. Жизни и жизни всех остальных на этой станции. Сэр, подготовка к эвакуации завершена. Похоже, это всё. Боюсь, отныне вы мёртвый груз. Так, ну чему Kingdom Hearts всегда учит? Фармься, блядь. Что он имел в виду? Потому что здесь даже заставка была, сука, где Микки Маус такой говорит: «Ох, походу, наши ключи недостаточно сильны, нам нужно апгрейднуть нашу экипировку». Типа намекает такой: «Пошли гриндить и фармить». А потом моему главному герою говорят так, то, что тоже: «Чё-то ты слабоват, тебе подкачаться бы». «Ишимура, если его гравизахваты ещё работают, я смогу». «Зацепить рельсы и подтянуть их к нам? Это же бред, Айзек!» «Если получится выставить рельсы в одну линию, хоть на пару секунд, вы перепрыгните через разрыв, жди сигнала и присматривай за стросом». Забавно, что после всех слов про крем-брюле никто так и не пошутил про крем-пай. Я тебя знаю, ты трахал пирог. И ему понравилось. Да. В тюрьме он будет пирогом, блядь. Вы чё, не узнаете меня, я пирог трахал. Блять, я хочу, чтобы сняли какой-нибудь порно, где чувака в сорокатан ебут и стоп-кадр, и такой: «Это я!» Вам, наверное, интересно, как я оказался в этой ситуации. То, что тебе хочется увидеть фильм, где чувака в сорокатан ебут. Нет, таких много. Гача, любой врубай. Но я такой один. Бля, слушай, все, точно, нужно просто взять гача, это с середины взять кадры, то где все там начинается, там, блядь. С Джимом Керри есть что-то такое? Наверное, я Филипп Моррис там. Да, я люблю тебя, Филипп Моррис. Слушай, разве это... Там, блядь, погоди, Рилли... Блядь, сука, реально так начинается же, кажется. Окей, мое желание было выполнено до того, как оно появилось. Ну это правило 34, оно уже было. Ну да. Всегда. Так, ладно, ничего не закончу. Окей. Черканить им холопом будто они. Ну ща, кстати, мы проверим.